Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья, мы рады приветствовать вас на презентации команды высшей хоккейной лиги «Динамо» Санкт-Петербург. И это, конечно, место для аплодисментов, потому что у нас торжественное мероприятие. Вы знаете, что новейшая история хоккейного клуба «Динамо» Санкт-Петербург берет свое начало в 2013 году, когда на базе школы-интерната номер 576 и «Стюшор Динамо» была создана команда для участия в чемпионате молодежной хоккейной лиги. Эта команда стала главным открытием прошлого Кубка Харламова, дойдя до полуфинала турнира и обыграв в 1-8 и в 1-4 финала московский «Спартак» и череповецкий «Алмаз». Создание команды высшей хоккейной лиги является очередным шагом в развитии клуба. Выстроена четкая пирамида, в основании которой лежит «Свишор Динамо», а на вершине взрослая команда мастеров, о которой сегодня и пойдет речь. И, конечно, особое внимание уделяется собственным воспитанникам. Не случайно в составе «Динамо» Санкт-Петербург присутствует 6 игроков, которые ранее выступали за молодежный состав клуба. И прежде чем мы начнем презентацию команды, я бы хотел перейти к пресс-конференции. Я представляю вам пресс-атташе клуба Вадима Шереметьева, который проведет эту официальную часть нашего сегодняшнего мероприятия. Пожалуйста, Вадим. Спасибо, Саша. Рад приветствовать всех журналистов. Рад приветствовать команду высшей хоккейной лиги «Динамо» Санкт-Петербург здесь, в пресс-центре дворца спорта «Юбилей». И для начала я представлю наших спикеров. Генеральный директор хоккейного клуба «Динамо» Санкт-Петербург Сергей Михайлович Черкас. Главный тренер хоккейной команды «Динамо» Санкт-Петербург Леонид Григорьевич Тамбиев. Генеральный директор спорткомплекса «Юбилейный». Генеральный директор спорткомплекса «Юбилейный» Антон Игоревич Шанты. Именно дворец спорта «Юбилейный», я напомню, будет проводить все матчи нашей команды и приглашаем на игры. Календарь, кстати, для журналистов, календарь, в том числе и домашних игр, лежит у вас в специальном буклете. И, наконец, к нам в гости пришел заместитель председателя спорткомитета Санкт-Петербурга Александр Борисович Передман. Итак, я предоставляю слово генеральному директору хоккейного клуба «Динамо» Санкт-Петербург Сергею Михайловичу Черкасу. Уважаемые гости, уважаемые журналисты, мы рады очень видеть вас. Рады, что очень большое количество посетило презентацию и будет участвовать в ней. И, конечно, на наш взгляд, сегодня это событие номер один в городе по всей стране. Не так много открывается команд высшей хоккейной лиги, в основном они закрываются, и в этих тяжелых экономических условиях не все справляются с этим грузом. Поэтому открытие команды высшей хоккейной лиги в Петербурге – это для нас знаковое событие, и мы очень рады, что это состоялось. Долго мы шли, нельзя сказать очень долго, наверное, мечтали долго, а шли быстро, и тем не менее мы за короткий срок, 5-летний, создали школу, создали команду молодежной хоккейной лиги, высшей хоккейной лиги, и не хотим останавливаться дальше, хотим развиваться, хотим радовать болельщиков, чтобы у нас у «Динамо» появился свой болельщик, чтобы зритель в Санкт-Петербурге мог выбирать болеть и за «СКА», и за «Динамо», и за другие клубы, и поэтому хотелось бы, чтобы вы приходили на хоккей, а мы радовали вас своей игрой. Я надеюсь, что сезон у нас будет хороший, у нас много ребят новичков, много ребят тех, которые играли уже в клубе. И надеемся, те ребята, которые пришли к нам в команду, и те традиции, которые уже заложены в клубе, они будут передаваться, ну, можно так сказать, из поколения в поколение. Как вот сейчас команда молодежной хоккейной лиги пополнилась 16 игроками. Детской спортивной школы, то есть эта структура школы МХЛ-ВХЛ, она едина, и мы надеемся, что эта система будет у нас работать и приносить плоды. Ну вот, я так, в общем-то, переполняю эмоциями в двух словах. Я очень рад вас их видеть и, в общем-то, поздравляю вас с началом нового учебного
года и нового учебного сезона, потому что хоккей – это не только игра, это и обучение, которое наш главный тренер проводит ежедневно в тренировочном процессе. Поэтому хотелось бы, чтобы наши игроки хорошо обучались и хорошую продукцию давали. Пожелаем им удачи в этом сезоне. Спасибо. Приветственное слово предоставляется главному тренеру команды высшей хоккейной лиги «Динамо» Санкт-Петербург Леониду Григорьевичу Тагиеву. Добрый день всем. Да, я, в принципе, хочу присоединиться к словам директора. Я, конечно, даже чуть удивлен, то, что столько, такое внимание к команде. В прошлом году мы собирались, молодежная была команда. То есть, конечно, в 20 раз было меньше журналистов, телевидения. Конечно, видно, что интерес команды повышен. Кроме того, в Питере открылась еще одна команда мастеров. Есть, ребята, возможность проявлять себя. Вот, коротко по команде скажу, да, чуть поправку начну. Здесь у нас не 6 игроков с молодежной команды, здесь представлено 8 игроков с прошлого года из молодежной команды. Да. Мы в плане становления команды пригласили ребят с опытом, я говорю, высшей лиги, которые играли в этой лиге. То есть добавление к нашим молодым игрокам. Вот, команда будет молодая. Но я думаю, что команда боевая. У нас идет еще становление команды, еще вливаются в команду игроки, которые хотят представлять честь «Динамо», то есть они приезжают к нам. Вот. На сегодняшний день команда представлена там, 28 игроков. Вот. Те игроки, которые начнут сезон. Я думаю, что команда будет боевая, то есть, как говорится, за нее будет биться в каждом матче. Набираться опыта будет команда по ходу чемпионата, потому что ряд игроков первый год будут играть в высшей лиге. Все-таки это взрослый хоккей. Я думаю, что ребята с этим справятся, потому что есть отношения, есть большое желание, большое сердце у ребят. И это самое главное. Создается, я думаю, что боеспособный коллектив, такая рабочая атмосфера в команде, позитивная. Это радует. Это радует, и, в принципе, игры, турниры показали, что я думаю, что, да, команда в начале пути, но я думаю, что она будет побеждать в этом сезоне и будет такая пристанная, как хороший боевой дружный коллектив. У меня все, спасибо. Спасибо. Слово предоставляется генеральному директору спорткомплекса «Юбилейный». Домашний, именно здесь, я напомню, «Динамо» Санкт-Петербург будет проводить домашние матчи Антону Игоревичу Шендерю. Всем добрый день. Спортивный комплекс «Юбилейный» становится все больше хоккейной арены. Для нас очень почетно быть домашней ареной хоккейного клуба «Динамо». И мы очень надеемся, что те традиции, тенденции развития хоккейного клуба, они продолжатся. В ближайшее время мы увидим континентальный хоккейный клуб «Динамо» в Санкт-Петербурге. Приглашаем всех на большой красивый хоккей. Ждем вас с нетерпением. Также 8 числа на сборной команде России. Спасибо. Спасибо. Я хочу предоставить слово заместителю председателя спорткомитета Санкт-Петербурга Александру Борисовичу Перельману. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, уважаемые друзья. Честно говоря, немножко режет слух, когда говорят, что у нас в гостях сегодня зампредседателя спорткомитета города, вот человек, который отвечает за спорт высших достижений. Но я думаю, что, наверное, это и правильно такой сделать сразу акцент на то, что в городе появилась молодая, юная команда, которая будет представлять теперь честь города Санкт-Петербурга, высшей хоккейной лиги. И мы, имеется в виду руководство и города, руководство спорткомитета, ну, постараемся сделать все, чтобы они выступали достойно, представляя честь Санкт-Петербурга.
Хочу сказать, что, конечно, приятно, когда сразу с первых шагов команда становится на такой профессиональный уровень. К руководству команды приходят не просто специалисты, а люди, которые знают, как это сделать, как это правильно сделать. И не сомневаюсь, что совместно со спорткомитетом города это появится еще одна та команда, в которую будут стремиться ребята из наших детских спортивных школ. И надеюсь, что команда «Динамо» будет достойно нести символ «Динамо», который сейчас находится на рубашках вот этих красивых молодых ребят. Спасибо. Спасибо. Ну а теперь переходим к вашим вопросам. Убедительная просьба представляться и называть свое издание. Пожалуйста. Вадим, ну если можно, я первый вопрос задам, потому что на правах ведущего мне хотелось бы это сделать. Я хотел спросить у Леонида Григорьевича, по каким критериям, это вопрос от болельщиков, считайте, по каким критериям вы набирали игроков в команду, что было основополагающим фактором? Не могли бы немного поделиться этим? Первостепенно это желание самих играть за команду «Динамо», первое. Второе, конечно, каких-то игроков я знал, какие-то игроки знали меня по работе молодежной, в хоккее, высшей лиге. Вот. И, в принципе, таких ребят подбирали, чтобы, так сказать, я говорю такое слово, правильных ребят, которые играют правильно, которые создают атмосферу такую рабочую в команде, которые, может, они не будут такие самые тонкие или яркие игроки, но чтобы они были полезны для команды. То есть такие вот точечные усиления мы сделали в плане становления команды. Это основной отбор был эту команду. Да, пожалуйста, еще вопросы? Да, пожалуйста. Вам сейчас принесут микрофон. Ренат Правшин, 78. Вопрос будет к главному тренеру команды, наверное, и к Антону Шахтарю. Вопрос такой. Леонид Григорьевич, какие задачи для клуба турнирные ставятся, ну, ориентир, там, какое место команда ВХЛ хочет занять? Ну, то есть, какой план, да, на этот сезон у команды «Динамо»? Ну, понимаете, мы, в принципе, мы, Сергей Михайлович, не обсуждали там, конкретно какую-то конкретную задачу. Конкретная задача, наверное, открыться, создать команду боевую. И по мере игр, по мере, как будет команда выступать, будет уже какая-то задача поставлена. Сейчас мы только собрали эту команду. Конечно, надо чуть время, наверное, чтобы ей сыграться, сделать таким боевым коллективом. Ну, наверное, вот так я отвечу на ваш вопрос. Есть сегодняшние команды. Команды, которые представляют, в принципе, такую боевую единицу. Ну, надеюсь, что побед будет больше, чем поражение. Ну, ребята заряжены. То есть, по мере, как мы будем играть в ходе турнира, будет видно, на что мы претендуем. Сейчас тяжело сказать. Мы не играли в этой лиге, то есть первый сезон только. Наверное, вот так будет понятно, какое-то время пройдет, сентябрь, октябрь, будет ясно, что эта команда может рассчитывать в этой лиге. Антон Игоревич, вопрос вам, а на какую посещаемость рассчитываете? Есть ли какое-то представление, сколько человек, людей, зрителей будет ходить, и насколько будет юбилейный заполнен на матче домашний хоккейного «Динамо»? Прежде всего, безусловно, рассчитываем на посещаемость, то, что мы в начале сезона уже начали проводить игры небольших турниров, как высшей хоккейной лиги, так и молодежной, то есть мы видим уже динамику посещения арен. Безусловно, в какой-то степени это сказывается проведение в стенах юбилейного чемпионата мира, но в то же время я уверен, что город Санкт-Петербург, население города Санкт-Петербург все больше и больше интересуется хоккеем. И не секрет, все здесь сидящие, находящиеся люди испытывают некую интригу с появлением хоккейного клуба «Динамо» и с его динамической такой, динамическим ростом. Поэтому я думаю, что я ожидаю зрителей,
сегодняшний день. И молодежный хоккей, и высший хоккей проходит в рамках бесплатного зрителя. Вот, и ожидаем зрителей, и будем рады встречать и, в общем-то, предоставлять все возможные спектры услуг. Спасибо. Спасибо. Еще вопросы? Пожалуйста. Вопрос к Сергею Михайловичу. В этом зале, наверное, мало кто помнит, что ленинградская «Динамо», команда мастеров, прекратила свое существование в далеком 1973 году. Сергей Михайлович это наверняка помнит. И плюс к тому, «Динамо» — это участник первого чемпионата Советского Союза по хоккею. В этом году мы отмечаем 70-летие. Сергей Михайлович, планируется ли в клубе создание какого-то музея, чтобы сохранить эти динамовские, ленинградского именно «Динамо» традиции? Конечно, мы об этом думаем. Дело все в том, что в этом плане есть определенные сложности. Все-таки в команде СКА я наработал 31 год. И там в этом клубе уже есть традиции, есть ветераны, есть, и команда существует по сей день, играет, развивается и все прочее. «Динамо» прекратила в 1973 году. И тогда мы еще были юны, играли на первенство города. И, конечно, это были два мощных клуба, СКА и «Динамо». И очень сложно найти ветеранов, очень сложно найти людей, которые именно принимали участие в первом чемпионате. И, конечно, мы надеемся, что восстановление клуба, привлечение своих болельщиков, привлечение успехи клуба и привлечение людей, которые будут добиваться больших успехов, они и будут вот такой новой закладкой для развития клуба. Потому что, конечно, сейчас очень сложно вот сделать. Конечно, будем делать попытки, будем делать, развивать, делать музей, стараться как-то этот именно питерское «Динамо». Вот многие путают московское «Динамо» и питерское. Это абсолютно два разных клуба. Название одно, а клубы разные. И традиции разные, и история разная. Поэтому мы надеемся, что мы будем иметь свой электорат, своих болельщиков, и, которые также будут болеть, как и за наших армейцев. Еще вопрос, пожалуйста. Да, Александр. Александр Кузьмин, Sport Weekend. Сейчас вот изучил внимательно заявку команды на сезон. Не могу не согласиться с Леонидом Григорьевичем. Состав очень молодой, и средний возраст молодой. Тем не менее, несколько фамилий, конечно, знакомых есть. Но мы все узнали Сашу Щербину, начинал с КА. И, конечно, Карамов в хоккее фамилия известна, хотя не в обиде Виталий, папа играл поярче все-таки в свое время. Вот. Но я немножко о другом. Да, на сайте МФЛ, на страничке команды, значится несколько еще хоккеистов, которые я слушал, уже перешли, практически перешли в команду. Как-то нападающий Закарчук из Молотова, братья Гимбартовы, вратарь Назаров. Вот не могли бы выяснить ситуацию с этими хоккеистами? Они были в системе, были в планах команды? Могут появиться потом, и вообще опытные хоккеисты могут добавиться в команду по ходу сезона? Спасибо. Отвечая на ваш вопрос, то есть если по Захарчуку, да, он приехал на один матч, у нас, знаете, как вы знаете, есть сотрудничество с хоккейным клубом Сочи, да, Пуцаев на одну игру нам отдал, потому что там просто у игрока не было сделана виза, они поехали в европейскую поездку, просто потому на одну игру у нас сыграл, попросили, чтобы была игровая практика. Мы его поставили на эту игру, потому что есть договор сотрудничества. Сочи помогает нам, мы помогаем Сочи. Что касается Захарчука, он сейчас находится в расположении хоккейного клуба Сочи. Второй момент по Гимбатовым. Они были у нас на просмотре. По каким-то причинам ни одного, ни второго игрока у нас в команде не будет. Ни одного, ни второго. Что касается Назарова, да, тоже это игрок вратарь у нас в команде. Он начинает сезон в нашей команде. А там дальше будет событие, это опять же зависит от хоккейного клуба Сочи. И, если позволите, второй вопрос, Сергей Михайлович уже. Сейчас изучил календарь команды тоже на 8, но вот 40 лет календарь изучаю хоккей, такого забавной детали еще не видел. Все осенние месяцы первые команды играют домашние матчи только строго с 21 по 27 число. Это случайно сделано или это сделано для привлечения болельщиков, чтобы они конкретные дни приходили в юбилейный, значит точно «Динамо» эти дни играют? Я не думаю, что это сделано случайно или специально. Мне кажется, что ну, кто верстал календарь, на к ним вопросы. Мы были за больше. Потому что мы только начинаем, и нам необходимо было просто понять и получить календарь. Спасибо. Еще вопрос, да. Костя Блюков, «Советский спорт».
Сергей Михайлович, у меня к вам вопрос. Я не говорю, что ты сказал уже о сотрудничестве с хоккейным клубом «Сочи». Если можно, немножко подробнее все детали этого сотрудничества, сколько игроков по ходу сезона может отправить в Сочи, ну и вообще о чем это говорить. Спасибо. Ну, скажу вам честно, нам было необходимо. У нас не только договор о сотрудничестве с Сочи, но точно так же очень хорошо сотрудничаем со СКА. То есть здесь нет такого клуба противостояния или еще чего-то. Но мы только начинали, и в апреле месяце, когда мы прикидывали, что мы имели только 8 человек в молодежной хоккейной лиге. И, конечно, мы были заинтересованы в неком партнере, который бы нам на каком-то этапе помог бы, может быть, какими-то игроками. И вот здесь появился Сочи, который мы обсудили, поговорили, то есть они нам не навязывали никаких условий. Мы просто договорились о том, что мы можем обмениваться игроками. И, в принципе, мы договорились о том, что если какие-то игроки интересовать будут клуб континентального хоккея «Динамо» Сочи, мы готовы наших ребят беспрепятственно и показывать, и давать. Здесь, в общем-то, у нас сложились достаточно хорошие отношения и с Николаем Вакуровым, и с Гуцаевым. То есть, и мы сейчас сотрудничаем, у нас абсолютное понимание. Точно так же, как и со СКА, которые нам предоставили двух игроков, мы с удовольствием их взяли. И Чуляева, и Макарова, и мы очень довольны. И если эти ребята вырастут и опять проявят интерес забрать их и двигаться дальше, ну, я считаю, что это тоже хорошо. Спасибо. От деталей, да? Вот игроки, вы сказали, обмениваться игроками, но понятно, что из «Динамо» и «СПБ» вряд ли кого-то можно обменять по регламенту даже, да, в Сочи. Если из Сочи, их же не нужно заявлять, да, в заявку по ходу сезона? Нет, конечно. Пусть... Ну вот, предположим, у нас играет вратарь Назаров, который Сочи отдал. Нам его в любой момент могут вызвать обратно в Сочи, он будет играть в Сочи, а на это место либо они могут прислать другого игрока или вратаря, или вообще никого не прислать. То есть это как бы уже... Спасибо. Дарьёс, на первом ряду. Я Зимбров, начальник Санкт-Петербург. Наверное, Сергей Михайлович, вопрос Антон Игоревич. Скажите, просто все матчи будут проходить на главной арене юбилейного или возможный вариант? Возможный вариант. И где команда будет тренироваться? Команда будет тренироваться в юбилейном? На малой арене. И второй вопрос, наверное, Сергей Михайлович. Скажите, просто все-таки у хоккейных питерских болельщиков есть стереотип «один город, одна команда»? Если проблема это есть, как вы ее преодолеваете или собираетесь? Мы хотим нарушить все-таки этот стереотип, потому что, ну, далеко ходить не надо. Пожалуйста, в Москве есть команда «Динамо», «Спартак», «ЦСКА», наверное, сейчас реанимируются «Крылья Советов». И в каждой команде были свои болельщики. Почему в Питере не могут болеть за «Динамо» и за «СКА»? Могут. И мы надеемся, это будет не просто завоевать своих болельщиков. Поверьте, это не так, что по взмаху волшебной палочки вдруг неожиданно все будут болеть за «Динамо». Ну, ничего подобного. Это придется побороться. Бороться можно только своей игрой, своим отношением к болельщикам. Ну и вообще, как клуб будет развиваться, так и болельщики к нему подтянутся. Мы надеемся все-таки, что мы создадим такую атмосферу, такую обстановку и своими результатами завоюем сердца болельщиков. Спасибо. Андрей. Леонид Григорьевич, вот вы в 90-й год приехали в Ленинград, тогда еще поступали за СКА. Вот как за 26 лет изменилось отношение в городе к хоккею? Ну, я скажу, да. Тогда тоже, в принципе, СКА была любимая команда, и у нее ходил народ, команда играла в юбилейный. В принципе, ну сейчас, наверное, еще больше стало болельщиков, конечно. Да и вообще хоккей в России сейчас спорт номер один, наверное, как вступление сборной, все время сборная медали выиграет. А в Питере, как в принципе, любили хоккей, так его и любят. И столько детей тренируются, видите, и условия хорошие, я думаю, что и СКА прекрасно играют, и система быстро сейчас, «Динамо» тоже устраивается, и игроки появляются новые, как бы все только наращивается в плане хоккея, и здесь, конечно, хоккейный город становится, что говорить. Ну, мне, конечно, приятно вернуться обратно, то Ленинград сейчас, в Питере, столько лет прошло, ведь вернулся в качестве тренера.
Спасибо. Еще вопросы? Да, Станислав. Карапина, Олимпийская панорама. Вопрос к Шунтерю и Антону Игоревичу. Вот сейчас сборная России тренируется на главной арене. Как долго будет площадка канадских размеров? Динамо первый матч проводит 21 сентября. К этому времени вернется к нормальному размеру? Да, вернемся к европейским размерам 60 на 30. 9 числа уже расставляемся. Спасибо. Еще вопросы? Рустам Шарафутдинов, информагентство ТАСС. Сергей Михайлович, два вопроса будет. Вот много говорили о традициях Динамо. Вот в московском «Спартаке» сейчас, наверное, это будет тоже хорошая традиция, второй год подряд устроит ретро-матч. Не хочет ли клуб «Динамо» для привлечения болельщика, чтобы найти своего болельщика, устроить вот такой вот ретро-матч, чтобы вот для интереса, собственно? Ну, конечно, мы думаем об этом, но может быть не ретро-матч, а может быть просто устроить матч с болельщиками. Это тоже интересно. Вообще с теми, кто болеет за «Динамо» и кто хочет участвовать в этой игре. В принципе, мы сейчас в таком достаточно начале пути, и мы очень много сейчас уделяем внимания о том, как мы будем развиваться, в каком направлении нам двигаться, как нам, может быть, создать некие телевизионные программы, больше говорящие о «Динамо», как нам устроить праздник в виде там, пресс-конференции, в виде встречи с журналистами дополнительно, в виде еще. То есть мы сейчас очень много над этим работаем. Надеемся, что мы выработаем некую концепцию для того, чтобы все-таки это не было каким-то посредственным мероприятием или посредственным клубом, о котором никто не знает, о котором никто не слышит. Но в любом случае, как бы мы себя не пытались преподнести, хорошо или плохо, главным это будет результат, который будет показывать команда. Спасибо. Еще вопросы есть? Может быть, вопросы ведутся? Ну что ж, Вадим, у меня главный вопрос от меня уже, конечно, прозвучал, видимо, ответ на него мы скоро узнаем. Что с группой поддержки? Будет ли группа поддержки? У команды будут ли девчонки? Это для многих важно. Вот, собственно, и ответ. Я думаю, что мы на этом можем заканчивать, наверное, пресс-конференцию. Может быть, все-таки еще последний шанс задать вопрос на нашей пресс-конференции. Нет больше вопросов? Ну что ж, тогда давайте поблагодарим участников пресс-конференции за то, что они нашли время для нас.